В дома стали подавать тепло в этом году раньше обычного. Окончательного понижения температуры коммунальщики решили не дожидаться. Слишком холодные ночи. Решение в старте отопительного сезона принял наш губернатор Андреевич Воробьев. И хотя мы видим с вами за окошком солнышко и теплую погоду и температуру, ночи все-таки в регионе весьма холодные. Учитывая, что сейчас начался период сезонных вирусных болезней, в том числе, тепло было решено подавать заранее. На плановом собрании в Звенигороде обсудили этапы запуска отопительных систем. На территории Одинцовского городского округа расположено 167 котельных. В течение 5 суток тепло поступит во все дома. К холодам коммунальные системы полностью готовы, заверил руководитель Одинцовская теплосеть Сергей Михеев. На котельных созданы 100% запаса основного резервного топлива, созданы резервы материально-технического обеспечения и материалы для проведения аварийно-восстановительных работ. Проведены практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций на коммунальных объектах. В первую очередь тепло запустили в объекты социальной сферы – школы, сады, больницы. А вот в Ершовской школе об отоплении говорить пока рано. Там полным ходом идут строительные работы. Несмотря на то, что большая их часть уже сделана, задержки по графику все же есть. Причина – отсутствие квалифицированных специалистов. Практически по всем объектам, ну, в силу того, что все-таки управление образования как заказчик, служба ХЭС, которая занимается подготовкой конкурсной документации, не имеет полноценных работников, проектировщиков, это достаточно дорогие специалисты. На совещании затронули и другие немаловажные вопросы. Благоустройство дворов, необходимость пешеходных переходов в некоторых частях города, нехватка парковок. Количество машиномест постепенно увеличивается, однако интересы пешеходов необходимо учитывать. Там, где есть такая вот проблема, мы все-таки стараемся устанавливать и заграждения, и колышки, и вазоны, и дуги, согласовывая и с той, и с другой группой, находить какие-то компромиссные решения. Потому что, безусловно и однозначно, жители должны перемещаться по тротуарам в полной безопасности. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».